Здравствуйте, здравствуйте. Опа. Саяшечка. Слышите, как нас птички приветствуют? Ну вот и посмотрим. Вот сегодня еще что-то будет ли нас лес приветствовать. Ну идем на место, где... Ой, комар. А? Понять трохи. Нема грибов, нема грибов. То сейчас мы поменяли. В прошлом году я все говорила, нет грибов, нет грибов. А в этом году муж все заходит и начинает. Нет грибов, нет грибов. Уже монтировала видео и увидела, что стояли две бабочки под березовки. Одного раскрытого взяла грибочка, а другой, который рядышком, просто рядышком, не взяла и пошла. Увлеклась разговором ни о чем. Он же говорит, ну давай пойдем поищем. Прямо ждет нас он. Муж говорит, позови. Грибочек потерянный, ты где? Ой, наверное, его уже подобрали, сиротку, оставленную нами в лесу, в одиночестве. Смоки зачерпнули. Да, и что-то грибов нет. Думали, сегодня будет полно грибов. Че, сыроежечка? Сыроежечки. Ну, это тоже грибочки. Смотрите, как прячутся. Ну, от слимака ничего, никто не спрячется. Ну, ничего. И сыроежечки хороши. Все хорошо. Все отлично. Главное, чтобы мир был. А все остальное... С грибами такую трагедию переживем. Сегодня у нас день сыроежки. Ой, какая-то. Ой, на-ка. Муравей такой здоровый. Хотел укусить меня. Нехороший такой. Че, опять сыроежки? Сыроежки старенькие, правда. Ой, ой, комары, ой, комары. Да, я же старенькие, нечего и поднимать. Ну, разве так, для всей зарядки. Муж ногами уже маховички сбивает. Тут разнообразие пошло. Ногами сбивает. Ну, ты, муж, не успел зажраться, уже хамишь грибам. Ты чё? Чё? Было немножко изобилие белых грибов в прошлом месяце. Он уже всё, весь крутой такой. Господи. Ну, эти люди. Маховичками уже разбрасываются. Была оставляла, не рвала. Да. Что-то и не очень-то и подросли. Ну и ладно. Не хотите, сорву вас, если расти не хотите. Ой, комарь. Не сыроежки, думала уж белые. Да. Вот. Думали, что сегодня после дождей потеплело, будут грибы. Ну вот одни сыроежечки, чуть-чуть там. В прошлый раз шли сразу после дождей, холодно было. Думала, что грибов не будет. Немного там все равно собрали под березок. А соседи на даче пристали, блин.
заставили нас взять эти, как это они, я их и не сажу, цукини, кабачки разные, там три вида кабачков. Один сосед принес через забор, поставил перед фактом, идите забирайте. Другая соседка позвонила, вам надо, вот не хочу я их сажать, ну что, одна вода. Только мужу пришлось тащить на себя. Ну и что? Кабачки, капустки, грибов нажарили. Получилось так. Ничего себе, неплохо. Ну вот, видите как. И было что поесть. Вот когда думаешь, что какой смысл эти ведра тащить? Ничего нет. Практически. Ну, может, но уже не верится. Маленький просто выбежал на дорогу. Возьмите меня, сиротку. Ой. Да. Что-то такое. Дождь был, грибы только немножко начались и сразу закончились. Кто-то муж показывает. А, маховички. Маховички пошли. Мне нравится их цвет. Такие бархат, во-первых, какой-то такой. И такие бордовые, насыщенные цвет у них. Главное, что они молоденькие, не старенькие. Ой, зудят комары. Зудят комары. Ну, когда есть грибы, настроение поднято. Адреналинчик, счастлив. А, когда-то попадаются хоть и любимые, но сыроежечки, и то идешь там. Превращаюсь. Вот теперь понятно, почему мы ходим по лесу. Ой, чтобы поднимать себе настроение. Вот так. Да еще и вкуснота. Грибная вкуснота. Вот так. Миленький один-единственный. Иду, муж впереди идет, а я за ним. То маленькие сыроежечки, такие две зелененьких, то подосиночек маленький. Муж говорит, ну что, что ты, где ты их видишь? Ну где я вижу? Иду за тобой. Иди, говорит, вперед. Я говорю, и что? Я говорю, думаешь, что ты за мной будешь идти? Вон, лисички. Логика железная. Я за ним иду, чтобы я не собирала, иди вперед. Ой, вон, видите, сколько лисичек. Но влаги не хватает. Ой, ну вон опять. Лисички манюсенькие. Жара. Дождь прошел, все быстро высохло. Он полно. Но ничего нет. Того, что бы можно было сорвать. Так что у мужа обида взяла, что я зайду за ним. Даже когда грибов практически нет. Маленькая, да что-то мы-нибудь найду. Какие красотулечки. Красотулечки, лисички. Мало, правда? Ой, смотрела. Белоруссия, кажется. И как она там. Сколько лисичек. Боже. Когда-то я давно. Ой, так маслята собирала траву.
это длинная такая вот эта, как она, эта трава называется, не знаю. И за этой травой не видно, не вижу ничего. А женщины сидят и что-то там режут, разговаривают. Я, знаете, сосны высаженные в ряд, так, знаете, зашла через несколько рядов, взяла эту траву, так нагнула, а там ковер маслят. Вот так и здесь. Ковер с лисичек. С лисичек. И радуйся за людей, слушайте. Лисички очень вкусные грибы. Чё там? Бабка? Что-то здесь такое. А, старый гриб. Старая какая-то, то ли сыроежка, то ли что. Здесь сыроежечка. Здесь сыроежечка. Мои любимые сыроежечки. Вкусненькие. Особенно я люблю, когда их пожарить, отварить. Спрашивают, что я с ними делаю. Да, все грибы отвариваю. Долго мы не отвариваем. А потом на сковородку лучка, специи, сольки. Ах, вкус нет. Вкуснота. Ой, ах, с картошечки. Ой, это вообще. Ну, грибы, они ко всему подходят. Что ваша душа желает, с тем и ешьте грибы. Можно просто так нажарить, сделал ложку, потому что вилкой неудобно. И ложкой, ложкой это вкуснятище. Супу наварила, потом признала. О, видите? Видите? Вот так. Прятался, муж вообще снова возмущается, что он так глаз и не протрол. Так чё ж ты не протираешь-то глаз? Кулаками возьми, так раз, раз и протри. Нельзя, то что заправлю вообще. Да. Завидуют меня. Так все, в один пакет несчастный, который потом будут рассказывать позорище. Ой. Муж говорит, о, бачишь, говорю, о, красноголовчик, о, подосиновичек. О, мы в прошлом году здесь как раз красноголовцы и белые грибы. Но это уже, наверное, осень была. Не, вот здесь мы именно тоже собирали. Да. На молоденький, ну, значит, будет расти. А муж, опять ты не протер свой глаз. Это остаток белого гриба. Остаток белого гриба. На, посмотри, можно там что-то взять. А, это что? Манюсенький такой красноголовец. Подосиновик. А, какой маленький-маленький. Но мне неизвестно, когда будем здесь ходить, поэтому я его сорвала. Не дала вырасти. Как раз на один зуб. Раз и все. Муж говорит, ну не надо уже такой быть. Ой, не дала вырасти грибочку. Ой. Ой, комарня. Вот мы утром шли по этой дороге. И этого грибочка не видели. Мы же говорит, мы же шли. Шли. Вот шли. Вот так собираются грибы. Ой. Идем домой уже. Идем домой. И опять шли с утра. И не видели. Красный маховичок. И бабочка. Видишь, там сыроежечка молоденькая. Да, то не хочу даже камеру включить. Как-то не серьезные грибы, не белые.
даже не бабочки. Видите, какие красные маховички. Ну, на всякий случай говорю до свидания, потому что уже скоро на выходе. А если что-то попадется серьезное, то включу. Так что всего хорошего. Заходите к нам на канал. Поговорим.